Привет всем! Вы на канале Леонардо The American, который проснулся, еще не врубается, что он не спит. Мы пришли в поселок, где мы будем собирать яички, коки. Пойдем соберем. А здесь такое сельская местность, такое, ну прям слышно. Беканье, меканье, курочки. Ко-ко-ко. Мы взяли специальный лоток. Сейчас будем смотреть, где у нас коки. Видишь, маленькие теленки? Маленькая овечка. Ой, козочка. Бекает. Лео, смотри! Яйца. Смотри, сколько яиц! Мы у бабушки Нади. Мы приехали к бабушке Наде. Вау! Ставь их сюда. Подожди, то розовое оно... А, это декоративно. Это декоративно, чтобы куры думали, что надо туда нестись. Отлично. Трюк, давай. Это розовое. Все, давай, поехали. One. Один. Два. Ложи сюда. Два. Давай, три. Еще там есть? Там еще шесть. О, вот нам повезло. Четыре. Три. Четыре. Я сам добывает яйца. Молодец. Пять. Там такое. Сразу два. Молодцы, куры. Яичко не разбей аккуратнее. Семь. Молодец. А теперь это фейк? Да, не розовый. Теперь бери вот эти. One. Сколько много нам курочки снесли яйца. Two. Молодцы, курочки. Ты не фейкала, нет? Да? Ты скажи. Три. Wow! И там осталось у нас еще несколько вот там. Довольно много. Молодцы, курочки. Конкретно где курочки? Молодцы. Окей, давай я возьму. У нас здесь еще есть у нас яйца. Ого, сколько там. Смотри. Нам не хватит даже тотка. Four. Два. Лео любит сырые яйца. Прямо как в Украине. Итак, друзья, за один день. Может, за два. Не, я думаю, за один. Beautiful. Лео, смотри, сколько яиц. Два. 12. 13, 14. 15 яиц. Я там оставил еще два. Аккуратно. Не разбей. Подожди, будем еще рано мыть, Леочка. Мыть еще рано. Сейчас мы помоем. А что ты их утопил? Просто. А теперь, дорогие друзья, живите натурально. Где петушок? А вон петушок. Как петушок? Как делает петушок? Кукарюкануй, давай, посними, Лео. Петушок. Лео, как делает петушок? Как делает петушок, Леочка? Курочка, ну ты не обнаглела, смотри, как близко подошла. Эй. Она какая-то ручная. Она хочет яйца даже. Нет, она курочка... не будет, а курочка несет яйца. Она не кушает их, она несет. Как делает петушок? Кукарику. А по-английски петушок, американский петушок делает куколдуралду. Козочка, она дает нам молочко. Пьем. Нас бабушка угощает молочком домашним, свежим. Леочка, пошли покажем цыплят. Где наши цыплята? Смотрим. Ой, какие. А, они уже такие, уже большие, можно сказать. Это бройлеры или нормально? Я думаю, брод. Мясо. Мясо. А ну зумани какое-то лицо такое. Лицо? Лео, как цыплята по-английски? Chicks. Скажи, chicks. Это маленький чик. Не, Леочка, бабушка не разрешает это. Цыпочки. Цик-цик. Чик-чик-чик. Они уже такие же большие, можно сказать. Им жарко, бедненьким, наверное. Чик. Классное было путешествие по дедушкиному, бабушкиному дворику. Ты вымазался. Теперь всем попрощайся, скажи спасибо very much. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.
конкурс. Мы разыграем вот такой вот только новый детский лэптоп Leapfrog, которым Лео выучил английский алфавит. Поэтому не забывайте, в середине июня 2016 мы разыгрываем этот конкурс. Лео, держи, закрывай крышку, и мы закончили это видео. Молодец! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.